феврале текущего года правительством ДНР был оптимизирован механизм предоставления разрешений на размещение временных объектов на территории республики. Чаще всего это, конечно, торговые точки. Согласно новой редакции, порядок определения платы за пользование местом должен рассчитываться с использованием корректирующего коэффициента в размере от 3 до 12%. Конкретное значение, как прописано в документе, будет определяться органами местного самоуправления. Вчера стало известно, какой будет размер коэффициента в Харцизке. Подробно об этом рассказал первый заместитель главы горадминистрации Олег Подустов. Установлен корректирующий коэффициент в размере 3% для определения платы за пользование местом размещения временных объектов на территории города Харцизм. Значит, решено, что изменение, корректирующий коэффициент, изменение в договора размещения временных объектов вносятся дополнительными соглашениями, что предусмотрено пунктом 8.2 договора без издания распоряжения главы администрации. Для заключения дополнительного соглашения субъект хозяйственной деятельности обращается с заявлением на имя главы администрации о пересмотре платы за размещение временного объекта согласно пункта 3.3 договора. К заявлению прилагаются документы. Это договор размещения временного объекта, паспорт, идентификационный код, свидетельство о госрегистрации и квитанция об оплате за весь период действия договора размещения временного объекта на день подачи заявления. Срок заключения дополнительного соглашения 30 календарных дней. Начисление платы за размещение временного объекта с учетом корректирующего коэффициента производится с даты регистрации дополнительного соглашения. При выявлении задолженности по оплате за размещение временного объекта дополнительное соглашение относительно начисления платы за размещение временного объекта с учетом корректирующего коэффициента не заключается.